В селе Муткеново Актогайского района состоялось масштабное мероприятие, посвященное 78-летию Великой Победы и 110-летию со дня рождения героя Советского Союза Серикбая Муткенова. Старшему сержанту Серикбаю Муткенову звание Героя Советского Союза присвоено за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте Победы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. По случаю 110-летия со дня рождения героя в родном селе Муткеново проведено масштабное мероприятие. Минутой молчания почтили память доблестного земляка и возложили цветы к подножию памятника во дворе школы имени Батыра. Также собравшиеся посетили пришкольный музей, где собраны личные вещи Серикбая Муткенова. На государственном, областном, районных уровнях, конечно, память о наших героях никогда не забывалась. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. Каждые 10 лет мы организовываем такое большое мероприятие, устанавливаем юрты, вспоминаем всех героев нашей земли, проводим спортивные мероприятия. Серикбай Муткенов умер на украинской земле в селе Резино, жители которого чтят память всех солдат, погибших при освобождении села. Имена героев изображены на обелиске в центре села и на стендах музея боевой славы. Одним из них является и казахский герой. Мероприятие, посвященное 78-летию Победы и столетию со дня рождения героя, продолжилось концертной программой и спортивными состязаниями по национальным видам спорта. За годы Великой Отечественной войны наши земляки смогли показать немало образцов героизма, неустанно защищая родину от врага. Среди них особо гордимся именем уроженца Актогая, героя Советского Союза Серикбая Муткенова. Мы гордимся тем, что великий герой является потомком казахской земли. Его юбилей – это праздник понимания прошлого и настоящего. В родном селе Героя Советского Союза прошла большая и насыщенная программа. Установлено 14 юрт, проведены спортивные соревнования, соревнования айтыскеров, а самое главное, отдана дань памяти тем, кто ценой собственных жизней приближал долгожданную победу. Валентина Леонова, Жанасыл Серикбол, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат из Актогайского района.